Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Ілля Пономарьов, колишній депутат Російської Держдуми, який з 14-го року живе в еміграції, голова з'їзду народних депутатів, засновник «Утра февраля». Ілля Владимирович, привітаю. Вітаю. Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Підпишіться на соціальні мережі Іллі Пономарьова і підтримуйте своєю підпискою нашу ту платформу. Так само чекаємо на ваші тематичні коментарі, вподобайки та поширення цього відео. Ілля Владимирович, начать хочу вот с каких сообщений. Песков фактически готовит россиян уже к тому, что решение бить американскими ракетами вглубь России уже принято, и, мол, говорит он о том, что ответ будет соответствующим. На все эти действия специальная военная операция является ответом. Дословная цитата спикера Путина. Далее. Караганов призывает применять ядерное оружие в ответ на неядерные удары по российской территории. Ну а вот первый зампред комитета Госдумы по обороне Журавлев говорит о том, что, мол, адекватный ответ требуется, если будет доказано, что беспилотники в Мурманскую область летят из приграничных стран НАТО. О чем говорит вот такая риторика? Какие сейчас настроения в Кремле, к чему готовятся? Ну, я думаю, что они, конечно, мягко говоря, не хотят, чтобы происходили эти атаки, и поэтому стараются по максимуму запугать западных союзников Украины, чтобы они этого не делали. И, естественно, это легче всего делать, говоря о том, что вот поскольку решение принято, то вот теперь-то мы точно ответим. Вот все, что было до этого, эти последние китайские предупреждения, это вот мы просто там говорили, а вот теперь-то мы будем действовать. Но на самом деле это уже как раз не действует ни на кого. И давно это стало расхожим мнением, что вот этих красных линий на самом деле не существует, это все угрозы, блеф, а никаких там реальных сюрпризов в кармане у Путина просто уже не осталось. Ну, действительно, есть ядерное оружие, тут как бы не поспоришь, оно существует, хотя есть люди, которые говорят, что непонятно, как оно там летает и взрывается, но никто не хочет проверять точно и не будет. Но, тем не менее, вот даже Бёрнс, глава ЦРУ, который традиционно относится к лагерю таких голубей, он сказал, что если вот в начале войны мы считали, что вероятность применения там тактического ядерного оружия, она достаточно не нулевая, то сейчас мы считаем, что эта вероятность, она около нуля, и все соответствующие предупреждения мы Москве на эту тему сделали. Так что все будет развиваться поступательно. Я думаю, что действительно вопрос снятия каких бы то ни было ограничений – это вопрос только времени. Проблема только в том, что за это время российская армия успевает подготовиться, и за это время погибает большое количество солдат добра, а не зла. И это, конечно, очень и очень печально. Уильяма Бёрнса вы вспомнили? Вот хочу, чтобы вы прокомментировали его заявление о том, что он говорит, мол, не видит никаких доказательств, что власть Путина ослабевает. В то же время Ричард Мур, глава МИ-6, говорит о том, что, мол, не надо путать крепкую власть со стабильной властью. Безусловно, у Путина сейчас крепкая власть, говорит Ричард Мур, но это совсем не то же, что стабильно. Ну, может быть, да, вот это хорошая формулировка. В любом случае, мне кажется, что было продемонстрировано очень много раз за последнее время, что это колосс на глиняных ногах, которые не контролируют даже свои собственные силовые структуры, которые не готовы вставать на защиту этого режима. И это было и во время Пригожинского мятежа, и вот сейчас в Курской области. Ну, кто в России был, это всегда знали, да, то, что они готовы там бить дубинками безоружных, но когда против возникает какая-то серьезная опасность, они там все сразу же разбегаются, исчезают и все прочее. Да, но, на мой взгляд, это уже было продемонстрировано наглядно всему миру. Я господину Бёрнсу могу сказать только одно, что когда он это увидит, это означает, что все уже произошло, потому что эта власть, она перевернется в очень-очень быстрое
протяжении времени. Это не будет там длиться там полгода, пока они там будут собирать информацию там и так далее. Вот когда у него на столе будет лежать донесение, что все, значит, власть Путина ослабела, это означает, что он уже власть потерял. Скажите, пожалуйста, почему глава российского, секретарь российского совбеза Шойгу вдруг решил своими умозаключениями поделиться по ряду вопросов? Он достаточно редко дает интервью, а сейчас в своем таком развернутом интервью фактически он повторяет тезисы Роспропаганды и Путина. Но почему именно он сейчас решил выйти и заговорить? Ну, во-первых, у него там кресло подгорает под ним, ему надо напоминать. Отгорает. Ну, конечно, то есть, ну, сколько уже людей в числе его бывших подчиненных заарестованы, освобождены от работы, попали под следствие и так далее. Это не может не тревожить никакого чиновника, да, и тревожит Шойгу, конечно. Поэтому ему надо напомнить про то, что он здесь, он лояльный, он готов и дальше там, и никаких нету вопросов с теми расследованиями, которые там происходят, он не имеет никакого отношения, не мешает. Ну, то есть это все надо было проговорить дополнительно, и он это сделал. Вот из того, что он сказал, говорит, что, мол, если бы Россию в 90-х приняли в ЕС, то ее ресурсы бы растащили. Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, я вас уверяю, говорит Шойгу, сегодня бы мы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены. Читается как-то обида Путина вот в этих вот словах на то, что ни ЕС, ни НАТО не приняли Россию в свое время. Ну, я бы так сказал, а сейчас не растащили? Сейчас-то у кого сейчас эти по другим карманам. Вот, мне кажется, как раз, собственно, это и произошло, что растащили. Да? Если бы Россия вошла бы в Евросоюз, в НАТО и так далее, то эти бы месторождения, там, неважно, кто был бы их операторами, ну, то есть они работали бы на всю российскую экономику. Их же невозможно в месторождении утащить. Это только вот там в болезненном воображении тех судей, которые когда-то Ходорковского судили, можно украсть нефть, которая добывается с месторождения. На самом деле это уже сделать невозможно. Месторождение глубоко под землей, на глубине 3 километров. И поэтому оно по-любому будет в стране. Как оно эксплуатируется, как с него платят налоги, решает сама страна. И платятся они в любом случае в местный бюджет. Поэтому, конечно, это чистой воды такая риторика, недобросовестная манипуляция неграмотными людьми, которые это будут потом читать, пересказывать. Ничего, вот просто никакого смысла в этих высказываниях нет. Если бы Россия стала бы частью европейского сообщества тогда, то, конечно, я считаю, что всего того, что ужаса, который происходит сейчас, можно было бы избежать. А теоретически это, в принципе, возможно было тогда, вот в 90-е? И при каком раскладе? При каких лидерах возможно? Вы знаете, в 90-е это было невозможно, потому что при Ельцине было слишком мало усилий, направленных на какие-то институциональные реформы, выстраивание какого-то порядка, без которого, значит, никакого ЕС там было невозможно. Да и экономически ситуация была совершенно ужасная. Когда это было возможно при раннем Путине. Вот первые годы при Путине был абсолютный медовый месяц. ЕС в НАТО? То есть это не блеф? Нет, ну, Путин шел на выборы в 2000 году с лозунгами вступления в ЕС и в НАТО. И в ВТО. Вот у него там три было составляющих его избирательной кампании. Да, если бы так бы и действовали, то я считаю, что вполне вероятно, там, в 2005, ну, может быть, в 2008 году, к концу каденции Путина, это можно было бы реализовать. Он ставил задачу тогда, если вы помните, догнать и перегнать Португалию, то есть, значит, выйти на уровень пусть самой бедной, но тем не менее страны-члены Евросоюза, именно для того, чтобы Россия стала реальным претендентом
на членство в ЕС. Но, значит, все это не получилось, потому что жадность пересилила. В 2003 году было дело ЮКОСа, значит, для того, чтобы отдать этот кусок собственности своим и под ноготь посадить всех остальных олигархов. Это не стало окончательным разрывом с мировым сообществом, оно еще так, то есть имело розовые очки определенные, хотело их иметь, да, и хотело с Россией дружить. Потом пришел Медведев, при Медведеве опять-таки можно было это сделать, но после того, как Медведев обратно рокировался с Путиным, в общем, это уже окончательная была точка невозврата, вот с 2012 года это стало окончательно невозможно. А Медведев самостоятельно мог взять такой курс? Ну, он и брал такой курс. Он и брал такой курс, он всячески его демонстрировал. Более того, при Медведеве было сделано очень много шагов практических, направленных в эту сторону. Была произведена гармонизация законодательства с европейским, и там долгое время российское законодательство было многократно более европейское, чем, например, украинское. Сейчас уже там, мне там трудно сказать, я имею в виду, прежде всего, конечно, экономические, регулятивные вещи, да, то есть то, что составляет основную часть вот этого наднационального европейского законодательства, мы тогда сделали очень много шагов, чтобы Россию к этому привести. Но, значит, произошло так, как произошло. Илья Владимирович, я думаю, вы видели эту публикацию в СМИ, где речь идет, объясняется, почему же все откладывается и откладывается визит Путина в Анкару. Связывают это с тем, что Путин требует сопровождения, чтобы его самолет сопровождали истребители, ну а Турция, соответственно, эти истребители не предоставляет. Ну и вот никак Путин к Эрдогану поэтому не долетит. Что вы думаете об этом? Может ли эта информация соответствовать действительности? Почему Путин требует от Турции истребителей? Я так скажу, выглядит это как утка. Вот. Выглядит это как такое немножко пропагандистское, да? Значит, история такая псошная. Я не уверен, что это является правдой. Хотя, конечно, извиняюсь, в нынешнее время ничего нельзя исключать, может быть и так, но я не думаю, что Эрдоган бы стал препятствовать вот такому вот пролету. Да? В конечном итоге Путин с истребителями летал не так давно там, в Арабские Эмираты, значит, и так далее. В общем, никаких проблем с этим не было. Хотя, конечно, там тот осадочек, который был вокруг Сирии, может быть, он, конечно, там и присутствует, но сомневаюсь. Я думаю, что реальные причины не в этом, а реальные причины в очень трудных, на самом деле, переговорах, которые идут между Москвой и Анкарой. Вы, наверное, обратили внимание, что на днях Эрдоган, в принципе, в очередной раз, но они специально это очень сильно подсветили, сделал заявление о том, что Крым – это Украина, значит, он поддерживает территориальную целостность, Москва должна оттуда уйти. Это было буквально там 2 или 3 дня назад. И это как раз та вещь, которую я точно не считаю, что было совпадением. Но в то же время Турция подала заявку в БРИКС, и торговые отношения у них с Россией все равно есть. Ну, еще раз скажу, есть переговоры, торговля. Эрдоган не собирается рвать отношения с Россией. Он не хочет быть однозначно там, на одной стороне. Он многократно говорил о том, что может выступить там каким-то посредником, да, то есть вот там, то есть, значит, стамбульские соглашения были именно, значит, в Турции готовились. Вот, то есть Эрдоган хочет быть платформой, которая бы примиряла разные страны, но у них есть совершенно четкие интересы. Эрдоган – это тот человек, который, даже Путин говорит, что вот он из всех международных лидеров больше всего уважает Эрдогана, потому что он четко гнет свою линию. У него есть интересы в Закавказье, у него есть интересы там пантурецкого
называется, туранского проекта тюркоязычных народов, который касается Центральной Азии, который касается вот, Южного Кавказа. Это, естественно, впрямую противоречит интересам России. У Эрдогана есть связи с крымскими татарами очень плотные, это его избиратель, соответственно, это тоже влияет на его поведение. То есть, конечно, вот он, если вступать в БРИКС, я думаю, что вполне реально он может там, то есть, вступить в БРИКС, но только тогда, когда он будет понимать, что это для Турции будет выгодно. И тут надо торговаться, вот он и торгуется. Насколько высок уровень напряжения сейчас в отношении между Россией и Турцией? Я не считаю его напряжением. Я считаю, это как раз то, что на языке дипломатии говорится рабочие отношения. У Эрдогана mm-hmm. рабочие отношения с Москвой и рабочие отношения с Киевом. И он собирается их такими же и поддерживать. Он собирается делать все возможное, чтобы политики в них было поменьше, а экономики, естественно, выгоды для Турции в этом было побольше. Ну, вот он так себя ведет. Относительно Ирана, как считаете, почему все-таки вот эта вот сделка по поставке баллистических ракет России сейчас состоялась, что подтолкнуло Иран к этой сделке? И тут тоже интересная очень история, потому что на официальном уровне, несмотря на то, что там Соединенные Штаты Америки сказали о том, что это уже, ну, собственно говоря, факт, эти ракеты Иран передал России, Тегеран официально продолжает это отрицать. Более того, вот сейчас российские паблики сообщают о том, что послы Британии, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений об отправке Тегераном баллистических ракет России. Мол, они этого не делали. Что происходит сейчас в отношениях Москвы и Тегерана? И как получилось так, что вот при этом новом прозападном, казалось бы, президенте эта сделка состоялась? Нет прозападного президента. Там есть слегка более либеральный президент. Значит, ну, слегка чем, более либеральный. Чем основная часть консервативного руководства, да, но он совершенно не прозападный. И, безусловно, у РФ и у Ирана союз. Это вот эта вот ось зла, которая Путиным старательно выстраивалась, выстраивается, и которая продолжает быть, в которой входит еще Северная Корея, и за которыми стоит Китай. Да, значит, они вполне находятся в союзе, и, конечно, этот союз имеет очень сильное военное основание. У Ирана есть все основания обменивать, значит, свои баллистические ракеты, которые нужны Москве, на системы ПВО, да, которые нужны Ирану из-за того, что происходит с Израилем. Поэтому я думаю, то есть уверен абсолютно, что подобный ракетный обмен он произошел, но в то же самое время ссориться открыто, там, значит, кидать перчатку Соединенным Штатам иранцы не хотят. То есть одно дело там, как говорится, то, что все и так знают, другое дело то, что как можно там и доказать, и там бравировать этой позиции. Они не хотят. Они хотят, значит, как Путин, там, нас там нет, да, то есть мы ничего не делали, да, то есть вот это вот, значит, все россказни средств массовой информации. Ну, конечно, в конечном итоге спецслужбы-то все знают. Глава МИД Польши Радослав Сікорський в интервью «Ле Монд» говорит о чем? Мне больше нравится такой мирный план. Путин звонит по телефону Герасимову и говорит: Валерий Васильевич, я неохотно пришел к выводу, что вторжение в Украину было ошибкой. Давайте уходить. Война закончится за 5 минут, говорит глава МИД Польши. Ну и на уточняющий вопрос журналиста о том, что могло бы побудить Путина к этому, Сікорський ответил следующим образом. Все то, чем закончилось большинство колониальных войн, навязывание захватчику таких человеческих и материальных затрат, что колониальное государство решает, что конечная цель этого не стоит. Вы, французы, знаете об этом по Вьетнаму и Алжиру, тоже делали британцы в Малайзии и португальцы в Мозамбике. Как прокомментируете? И опять же, вот, насколько возможен такой сценарий, при каких условиях? Ну, такой сценарий, конечно, может быть, желателен для западных политиков, да, они мечтают о нем,
даже такие, в общем, продвинутые и достаточно радикальные, да, как Радек Сикорский, но он абсолютно, на мой взгляд, нереалистичен. Нереалистично? На мой взгляд, Путина может остановить, я говорю, там, три вещи: осиновый кол, пуля или веревка, да, ничего другое его остановить не может. Признать свое поражение – это абсолютно не в его характере и будет носить самоубийственный характер с точки зрения политики. Вот был приведен пример Франции, например. Значит, ну, потребовался Деголь, значит, для того, чтобы принять решение относительно Алжира. И сколько после этого даже на этого генерала, героя войны и так далее было там попыток покушений со стороны там французских же военных. Значит, это как раз говорит о том, что это нужно иметь очень большой политический капитал, который потратить на то, чтобы вот сказать, там, мы совершили ошибку и мы проиграли. Путин на это совершенно не способен. Для него это будет в прямом смысле слова самоубийство. Он потеряет власть и, скорее всего, жизнь в очень короткий срок после принятия подобного решения. Поэтому нет, он будет драться до последнего и погибнет вместе со своей армией. Ну, в этом контексте не могу у вас не спросить о теме всеобщего призыва в армию, которая так или иначе, но она постоянно в прессе возникает. Вот очередной повод для этого обсуждения дал глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. Он говорит о том, что надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву. Мол, не призывают он устроить мобилизацию, отправить молодых людей на фронт, не об этом речь, но я считаю, говорит он, что каждый молодой человек должен пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны. Такое интересное заявление. Он за всеобщую мобилизацию или против? И вообще, как будет в ближайшее время действовать Путин, как вы видите? Ну, вы знаете, во-первых, Фадеев – известная политическая проститутка, да, то есть, которая ищет, как бы, отдаться властям, но так, чтобы это выглядело более или менее прилично. И отсюда вот такого рода заявления, которые он делает. Значит, вопрос по призывной армии, на самом деле, он носит для России очень серьезный системный характер. И я могу сказать, что вот я лично до конца не уверен в правильном ответе на этот вопрос. Дело в том, что профессиональная армия, она хороша для небольших стран или для больших стран, но которые действуют далеко от своей территории, там посылают какие-то экспедиционные силы, которые нужно, чтобы были высокопрофессиональны, у которых нет большого вызова, связанного с охраной собственных границ. Для России это страна с самым большим в мире протяженности границ. Поэтому если говорить про армию, все-таки, которая должна иметь возможность защитить территорию, то, конечно, для России призывная модель она более естественна. И не случайно вот произошло то, что произошло там в Курской области, это может быть легко повторено в Брянской области, а уж если говорить про то, что вот если бы сейчас хоть любая сила, там китайцы, например, да, то есть там казахи, да, то есть вот решили бы попробовать на прочность российские границы, они бы не встретили вообще бы никакого сопротивления, потому что все, что то есть в России было, она, значит, отправила на данный момент в Украину, и границы находятся без какого-то ни было прикрытия. Вот. Но это, вы знаете, вопрос такой, что вот то, что сотворила сейчас Российская Федерация в Украине, ставит под вопрос вообще существование армии в России на ближайшее время. И после Второй мировой войны мы знаем, что произошло в отношении армии, например, Японии или Германии. Вот я думаю, что Россию ожидает вот такое будущее с точки зрения ее военной машины, и это правильно, значит, потому что никогда больше угроза не должна исходить с той территории. Илья Владимирович, ну и все же возвращаясь к вопросу о том, за счет кого сейчас будут пополняться ряды российских оккупационных войск. Ну, что, они будут,
Они будут, во-первых, увеличивать ценники, стараясь, значит, всех маргинальных, значит, людей соблазнить на, значит, вот большие деньги, чтобы они шли воевать. И если вы посмотрите на статистику, она сейчас там достаточно много просачивается в средства массовой информации, пока эта стратегия работает, не безуспешно, да, то есть, с одной стороны, очевидно, что эти люди но заканчиваются. Это пока деньги. Да, ну денег у них много, то есть денег у них и будет много, пока Индия с Китаем будут покупать нефть у России, там с деньгами будет все в порядке, к сожалению. Вот, поэтому чем платить есть? Вопрос, что люди заканчиваются, да, даже вот такие, но они все равно конечный ресурс. И, конечно, я думаю, что они будут использовать мобилизацию, просто стараться делать это максимально не публично, но подтягивать, потому что, ну, ничего другого нет, им люди нужны. Будем следить за развитием событий. Илья Владимирович, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Берегите себя, и всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. Спасибо большое. До скорого.